Добрый день, продолжаем нашу эпопею. Паркхурст, 8-я коробка, рандом. Время по сайту 8 мая 10:48. Вот участники 8-й коробки. 7 человек. Примерно у нас стало по 7 человек. То 5, то 7 было. Итак, уже коробка номер 9. Тут места без меня все уже. Начинаем. 10:48. Так, с рандомом не накосячить, главное. Рандом, 8-я коробка. 32 места. Как я вчера ночью так накосячил. Рандом. 32. Ну все, погнали. Кубики кидаем. Сколько нам кубики покажут? 11 раз. Поехали. 1, 2, 3, 4. Так, 32 места. 32. Уже боюсь. 5. 6. Вчера не заметил. 7. 8 раз. 9. 10. Заключительный бросок. 11 раз. Копируем. Копируем наши команды. Увеличиваем для хорошего размера. Сохраняем. Так, ну что, All-Star'ы смотрим. Где у нас All-Star'ы? All-Star. Маугли. All-Star. 9 место. Так, теперь копируем. 3 коробки осталось. Все-таки. Эх, надеюсь, в этих 3 коробках может порадует нас автографом. Так, записать. Все. С 1 по 32. Записали. Морду вниз камеры. По традиции в сторону. Если получится, сегодня 8, 9, 10 мы и скроем. И после праздников могу отправлять. Хотя на подходе там следующий хоккей уже. Даже футбол маленько будет. Афисионада, 7 коробок. Итак, номер 06239198. Коробка номер 8. Коробка номер 8. Открываем. Один пакет даже не хотел выпадывать. 8. О, всего 12. 8. Это коробка номер 8. 6, 6. 12. По традиции вскрываем. Молимся всяким богам, чтобы хорошие карты выпали. Кто каким. Итак. Так, мусор в сторону. Сливсы наготове. Все, погнали. Первый пак из 8-й коробки. По традиции новичок. Новичок Роберт Томас. Сент-Луис. Первый All-Star. Джек Айкел. С места свожу тут для всяких карт. Итак, далее база. Нэшвилл. Виннипег. Нэшвилл. Колорадо. Миннесота, Калгари, Анахайм Дакс. Первая из трех карт
Prominence Prospect Parkhurst. Синий шлем. Vancouver Canucks. Elias Patterson. Швед. Шведский паренек. Вытрясаем душу из следующего пакетика. Там, похоже, будет горизонтальная карта. Новичок Филадельфии. Далее Лос-Анджелес, Детройт, Тампа, Лос-Анджелес, Даллас, Бостон, Оттава. Это у нас Вегас. И сейчас фамилию сразу увидим. Для Бостона. Сден О'Хара. View from the ice. Ice, ice, baby. Была раньше песня такая. Vanilla Ice. Наверное, в моем детстве. Так. Сильвер карта. Открывает пакетик новичок Питтсбурга с двойной фамилией. Далее у нас Макс Доми, Монреаль, Флорида, Сан-Хосе, Чикаго, Виннипег, Сент-Луис, Тарасенко, Калгари, Даллас и защитник Джаред Спурджион. Такого я еще не называл. Миннесота. Миннесота Уайлд. Дикари из Миннесоты, наверное. Тоже без выигрыша будет. Так, новичок Анахайма. Сан-Хосе. Рейнджерс. Второй All-Star Макдэвид. Далее Ванкувер. Чикаго. Нью-Джерси. Колорадо. Тампа. И голд карта. Вильям Нюландер. Торонто. Одна обычно голд карта и три серебряных. На такой мини-бокс. Новичок Баффало. Расмус Далин. Никита Зайцев, Торонто. Рейнджерс. Снова Рейнджерс. Бучневич. И третья карта по Нью-Йорк Рейнджерс. Далее Чикаго. Оттава. Вегас. Лос-Анджелес и это на Origin 6. Там народ какой-то. А, это его же портрет, наверное, дальше. Так. Тут Монреаль нарисован, а тут Торонто. Это прошлый век. Тим Хортон. Торонто Мэйпл Лифс. Паст. Торонто Мэйпл Лифс. Карта Original 6. Потерики красивые тут. Но мало. Мало их. Если бы Gold и Silver карты, наверное, какие-нибудь потерики бы еще новые придумали. Так. Снова у нас Silver карта. Новичок Монреаль. Далее база пошла Миннесота, Додонов, Пантерс, Баффало, Оттава, снова Оттава, Миннесота, Колорадо, Аризона и Аризона. Голиговский, Алекс Голиговский. Сильвер карта. Ну, днем снимать намного приятнее. Спать не тянет. Меньше шанс на косяки. Так. Новичок Лос-Анджелес Кингс. Далее Питтсбург. Олд Стар Копитар.
Снова Лос-Анджелес, Виннипег, Эдмонтон, Нью-Джерси, Календарс, Даллас. Смотрим фамилию. Алекс Овечкин, Александр Овечкин. Где ж твой автограф? Вашингтон. Капиталс. Овечкин с Дэна Хара. Следующие. Наверное, это права. Так, новичок Каролины. Далее Ванкувер, Айлендерс, Оттава, Монреаль, Филадельфия, Калгари, Монреаль, Малкин Евгений. Это у нас Питтсбург. Права. Права зеленые. Третий раз из 8 коробок. Товарищ из Сан-Хосе. Напечатали много прав. Но то ли с первого раза он не смог сдать. Брент Бернс. Сан-Хосе Шаркс. Права на вождение автомобиля. Четыре пакета осталось. Тут у нас чек-лист сразу. Чек-лист для Вашингтона. Александр Овечкин. С первого по 110. Идет. Вашингтон. Далее. Новичок с двойной фамилией Лос-Анджелес. Далее Аризона. Виннипег. All-Star Холби. Очередная карта. Миннесота, Питтсбург, Флорида. И за ней подсеричка Проминенс, Проспект, Паркхурст. Девяносто третий номер. Кристиан Весалайнен, Виннипег Джетс. Весалайнен. Вторая карта для Проспектс. Ну давайте хоть амбассадор какой-нибудь поамбассадорить. Тут сильвер карта будет, к сожалению. Так, новичок Каролина Свечников. Далее Capitals, Вегас. А просто цвет. Цвет самого Пархурса, название под команду. Даллас, Рейнджерс, Торонто, снова Торонто, Каролина, Ванкувер и нападающий Рейнджерс. Сильвер карта. Не сильно они отличаются. Сильвер простой базы. Сильвер от простой базы особо не отличаются. Так, где наш новичок? Вот он, наш новичок для Бостона. Райан Доната. Далее Эйндховен. Олд Стар. Бузер. Лундквист Рейнджерс. Миннесота. Айлендерс. Вегас. Калгари. Вратарь Эдмонтона. И Ориджинал 6. Похож. Будущее. Павел Бучневич. Блестит, как будто прям золото. Нью-Йорк Рейнджерс. Павел Бучневич, 89 номер. Фьючи для Рейнджеров. Вторая карта. Так, тоже какая-то подсерийка будет. Наверное, будет Prominence Prospect, третья карта.
Итак, Калгари новичок, Бостон, Баффало, All Stars, Остон Мэтьюс, Каролина, Радулов, Даллас, Бостон, Нэшвилл, Монреаль и подсерийка для... Такой паренек, наверное, уже был. Роберт Томас, похоже, уже он третий раз такой попадает из восьми коробок. Сент-Луис Блюз, Томас, хоть бы с автографом был, и то разнообразие. Снова мимо, и уже сомнения в автографах, есть ли они вообще у нас в коробках попадаются, или так просто шутят. Итак, три серебряных, одна золотая карта, кратенько обзорчик пробежимся. Серебро Рейнджерс, Койоты, Миннесота и голд карта Торонто. All Star 6. Рекорд первой коробки так и не побит. 7 All Star. Итак, Мэтьюс, Бузер, Холдби, Копитар, МакДэвид и Айгел. Это что касается All Star. Одна карта чек-лист с 1 по 110 номер. Это Овечкин. Далее у нас три карты по традиции. Проспектс для Сент-Луиса, Виннипега и Ванкувер Кэнакс. Две горизонтальные подсерийки. Овечкин, Вашингтон и с Дэн О'Хара. Бостон. Этот товарищ третий раз у нас уже права получает. Брэд Бёрнс, Сан-Хосе. И две карты Original 6. Вот эти вообще красивые карты. Фьючи, Нью-Йорк Рейнджерс, Бучневич и прошлые года Торонто Мэйпл Ливс, Тим Хортон. И таких еще я не доставал. 4 и 18 номер. Ну что, все. Сейчас заливаю. 9-10 осталось. Шансов все меньше. Ну, добьем поди сегодня. А там уже смотреть буду. Паковать или оставлять. Как там пожелаете. После праздников готов идти на почту. Все, счастливо. До скорого.